Полет на воздушном шаре предстоит необычный. В монастырский сад Рязанского Кремля идет Дед Мороз и Снегурочка вместе со своей свитой. В этот день им предстоит совершить не сказочный, а самый настоящий полет по небу. Чтобы поднять тепловой аэростат в воздух, требуется большая подготовка. Начинается она днем раньше, с проверки прогноза погоды. Если ветер позволяет, то можно выдвигаться на место. К корзине привязывают веревку, аэростат наполняют холодным воздухом, а после шар поднимают, разогревая его горелками. Теперь предполетная подготовка завершена. Сегодня нам повезло, сегодня ветер очень хороший, вот нет осадков, поэтому можно совершить небольшой полетик, вот поэтому мы здесь сегодня и собрались. Наш рязанский воздухоплавательный Дед Мороз пригласил рязанского Деда Мороза совершить полет с исторического места, вот, пролететь над Кремлем и прилететь в пойму Плетенки. Если для воздухоплавательного Деда Мороза предновогодний полет стал традиционным, то для рязанского это в новинку. В этом году, говорят воздухоплаватели, программу решили разнообразить и пригласили Деда Мороза рязанского. Вместе со Снегурочкой они поднялись в небо. Аэростат был привязан веревкой, поэтому взлетели над Кремлем на высоту 20 метров. И с воздуха рязанский Дед Мороз поздравил горожан с праздником. А после теплые слова повторил уже на земле. Всех рязанцев поздравляю с Новым годом. Всех благ, здоровья, детишкам. Дети, ведите себя хорошо. Ну и с наступающим Новым годом еще раз вас. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».